Этой ночью в Нижней Салде курятники на подворьях нескольких частных изб на улицах рабочей молодежи и труда подверглись набегу неведомых зверей, которые передушили десятки кур. В комментах кое-кто предположил, что, возможно, это проделки пресловутой чупакабры. А зоолог Светлана Полинец в комментариях порталу Е1 сообщила о том, что это могли быть лисы или же, вероятнее всего, куницы, которых эксперт назвала сверххищниками, которые убивают больше, чем им надо. Ну, прям как охотники, не с голодухи берущие в руки оружие. По словам зоолога, лучшая защита от куниц – сторожевые собаки. Но, по иронии судьбы, именно собаки, не хозяйские сторожевые, а пришлые, может, даже соседские псы, которых хозяева на ночь отпускают с цепи, атаковали курятник Анны, которая этой весной не досчиталась полсотни куриц. Оставшихся отчаявшаяся женщина теперь на ночь запирает в крепком бревенчатом курятнике, за которым наблюдает установленная во дворе камера. Именно она и позволила вычислить тех самых якобы сверххищников, задушивших соседских кур. По словам соседки Анны, Юлии, три пса в ошейниках пытались добраться до ее кроликов и индюшек во дворе дома на улице Труда, но не смогли. «Страшно, если честно признаться», — говорит женщина. «Выходит, что перед тем, как ловить неведомую зверушку, куницу или чупакабру, недурно было бы на ночь глядя к соседям заглянуть и проверить собачьи будки».